Очередь дальше сегодня, что ученики Шрилы Прабхупады и его парикары пришли сюда благословить нас своим присутствием. Дайвер Прабху Ки Джай. Дайвер Прабху Ки Джай. In Srimad Bhagavatam, you will find four types of language. В Шримад Бхагаватам вы найдете четыре разновидности языка, четыре вида языка. That is, first of all, Laukik Bhasha. Laukik Bhasha. The worldly language. Мирской язык. That means, when there is some Shukadeva Goswami is describing some materialistic person and how he's thinking and how he's speaking. Когда Шукадева Госвами описывает какого-нибудь обывателя в Шримад Бхагаватам, то есть используется язык, который выражает тип мышления и мировоззрения этого обывателя. Laukik Bhasha. Like Pururava, when he becomes attached to the Apsara. Когда Пурурава привязался к Пурваши, Апсаре. Like Puranjan, when he meets the Puranjani. Oh, he was so beautiful. Или вот то, что говорил Пуранджан, Пуранджани, о, ты такая красивая. So this is a Laukik Bhasha sometimes you find in Srimad Bhagavatam. То есть в Шримад Бхагаватам можно найти в некоторых местах Laukik Bhasha. Then there is the Paramat Bhasha. The language which is the not Shukadeva Goswami's own opinion, but the opinion of others. Также есть Парамат Бхаша, язык, который выражает мнение других, не личное мнение Шукадева Госвами, а что-то другое мнение. So sometimes he's describing the ideas of the yogis and dhyanis. То есть Шукадева Госвами описывает видение и мнение йогов, дьяни. He's describing how to meditate on the Virat Rupa, the universal form. Описывает, как медитировать на вселенскую форму Господа, Вират Рупу. He himself is not doing this. Сам он такой медитацией не занимается. But he's describing some sadhana for persons who have that adhikara. Но он описывает садхану, которая предназначена уместно для тех, у кого такой низкий адхикара, на вот такую практику. Then you will find Swamarth Bhasha. Shukadeva Goswami's own conclusion. Также вы найдете там Свамарт Бхашу, то есть личное мнение Шукадева Госвами. Викридитам Раджабадуби Дамча Вишну. Oh, those who listen to the pastimes of Krishna and Gopis of Vrindavan, then they will become, well, with great faith, they will become completely purified of all contamination and attain love like those Brajgopis. То есть выводы самого Шукадева Госвами, что те, кто будут слушать о сладких лилах Господа и Враджаваду, девушек Враджа, это человек, кто искренне слушает, это только тху избавится от всей скверны, от всего вожделения, анарх, и сам станет подобен этим Враджаваду. And then there is Samadhi Bhasha. А также есть язык Самадхи Бхаша. Means the trans language. Транс язык. When Shukadeva Goswami is completely in Samadhi and he's watching the pastimes of Radha. Когда Шукадева Госвами погружается в транс Самадхи и созерцает игры Радхи Кришны и Гопи. For example, when he said Ajarmo Anyanyam Alakshitudhyama Sayatakanto Javalola Kundalaya. Well, the Braj Gopis, hearing the sound of Sri Krishna's flutes, their hearts were stolen, and from wherever they were, they came running, unseen by the others. Шукадева Госвами описывает, что мелодия флейты Кришны похитила сердца всех девушек Браджа, и они побросали все, чем они занимались, и побежали невидимые взоры других в лес на зов этой флейты. And they arrived, he said, and they arrived here with their earrings trembling. И они подбежали сюда с дрожащими серьгами. Earrings are trembling. Why? Серьги дрожат. Почему? Because they're thinking, if Krishna's flute can steal the treasure of our heart, which are hidden, then how easily he'll steal these jewels? Сережкам страшно. Они поняли, если с такой легкостью Венуна, звук флейты Кришны украл сердца Гопи, то мы станем очень легкой добычей для этого Венунада.
And their earrings are trembling because they're thinking, in Nikunja Vilas, when Radha and Krishna play together, then their necklaces and bangles, everything are broken and scattered here and there, so now we'll be finished. Это одно из опасений Сережа. А второе их опасение, что они знают, что происходит в Никунже, когда Рада и Кришна являют свои самые сокровенные лилы, и они переживают, что вот часто все ожерелья рвутся, там украшения ломаются, и они не знают, какая участь их ожидает сегодня вечером. But here Shukadeva Goswami saying, Sayatra, Shukadeva, Javalola Kundalai, the gopis arrived here. That means that he was already in the Leela, and Shukadeva Goswami, being the parent of Radharani, had flown very quickly, and he arrived at Bansi Bars before the gopis arrived. So he speaks, oh, they're just now, they're coming. И Шукадева Госвами использует слова, применяя слова Саятра, они пришли сюда, то есть это указывает на то, что он уже там, он уже наблюдает за происходящим, так как он попугайщик Мати Рани, Лила Кришна, он уже прилетел первым туда, к вам, Сивату, и смотрит светлое дерево на то, как сбегается гопи туда. Because he says Yatra, Yatra means here. He didn't say, and they set out from their homes and they arrived Tatra, they arrived there. No, they arrived here. Means he was already there. Он использует слово сюда пришли, Yatra. Он не говорит, они ушли в лес и оказались там, Tatra. А именно Yatra, значит, он уже там. So Shukadeva Goswami Pad is in Samadhi. Shukadeva Goswami Pad находится в Самадхи. And his purpose of speaking this Srimad Bhagavatam, that is the Tatpari Bhuriti. The ultimate purpose, the tatpari. Высшая цель, то есть тат-пари, самая важная цель его повествования. Is only to glorify the brain of Shrimati Radhika. То есть его тат-пари, истинное намерение повествования Шримад Бхагаватам, это прославить любовь Шримати Радхики. So Шримад Бхагаватам is Радхамой. Весь Шримад Бхагаватам, он Радхамой. Everywhere in Шримад Бхагаватам you will see the glories and the names of Shrimati Radhika. Повсюду в Шримад Бхагаватам вы найдете славу и имена Шримати Радхики. But the common persons, they cannot see. Но обычным людям не под силу увидеть эти имена, как подтверждается этим взрывом трансцендентным. The devotees agree. Девоты дают салют в честь этого утверждения. Because Radhika appeared in the trance along with her sakis, Lalita, Vishakha and others, came in the trance of Shukadeva Goswami while he was speaking and said, shh, don't mention our names. Shukadeva Goswami хотел повсюду всем прославить Шримати Радхику и размах ее любви, но когда он находился в трансе, Радхика и Гопи подошли к нему и сказали, не смей никому рассказывать про нас, не упоминай наши имена. Because in the audience there are many karmis, gyanis and yogis. Ты посмотри, кто тут сидит в твоей аудитории, всякие карми, гьяни, йоги. And vaidhi bhaktas. И всякие вайди бхакты прибежали сюда. You know that Shukadeva, it's not that Shukadeva Goswami does not know the names of the Sri Krishna's associates. Это не то, что Шукадева Госвами не знает имен спутников Кришны. You can see, he directly tells the name Rukmini, Satyabhama, Nandajiti, Mitravinda, Lakshmana, Jambavati, all the queens of Dwarka. Он по именам перечислил всех цариц Кришны, главных Двараки. He describes Nanda, Yashoda, Rohini, Nando, Ramastha, Balinam, in one verse. Nanda, Yashoda, Rohini, Balaram. Прекрасно знает имена всех братьев-баси, всех родственников Кришны, родителей, друзей. Sudam, Stoka Krishna, and other cowboys are directly mentioned by name in Srimad Bhagavatam. So you think that Shukadeva Goswami doesn't know the name of Radha, Lalita, Vishakha, Chitra, Champakalata? So, Sanmasaka Munchita Bhavet. But he's feeling so much separation. If you utter the name of Radha, then he can faint for 6 months, and Prakshit Maharaj only has a few days. Но он так трепетно относится. So what will happen to Prakshit Maharaj? Шримати Радхи, если он упомянет ее по имени, он тут же потеряет сознание, может пролежать в обмороке без чувств в течение 6 месяцев, но у Парикшит Махараджа всего 7 дней жизни осталось. So Sri Krishna, это будет немилостиво к нему. Sri Krishna said, Paraksham Mama Chapriyam. I am more pleased by the indirect explanation. Это как сам Кришна выразил свое предпочтение косвенному высказыванию, а не прямолинейному. Гупто хи раса расатмакам ападьяте.
that when the description of that which is full of rasa is covered, it is hidden, then it becomes more sweet and beautiful. То есть, когда что-то наполненное расой скрыто вуалью, красивое, то это придает еще больше прелести этой расе. So we were discussing before how the Naam, Roop, Gun and Leela of Radhika is throughout Srimad Bhagavatam. Мы уже разговаривали, мы уже вели речь о том, как имя Радхи, ее форма, ее качество, они повсюду описаны в Шримад Бхагаватам. But how can a person experience it? То есть это Шримад Бхагаватам, но как человеку распознать это, как проникнуться этим пониманием? So I gave one example. Who remembers the example? Кто помнит пример, который я приводил уже? I'm not asking Swarna, she remembers everything. Я не спрашиваю Swarna, потому что она все припомнит. Try to think back into. Ну давайте, пару дней прошло всего лишь. Into the dark ages. Like. Средневековье. 10 days ago. 10 дней всего лишь. Now the example is given. Пример приводился. Mahindi. Mahindi. You know. When a young girl, so when a young girl is being prepared for her wedding day, some days before. Когда девушка готовит свадьбу за несколько дней еще до самой церемонии. So then she goes to the beauty salon. Она идет в салон красоты, в спа. And there is expert who will make the mahindi, the beautiful pattern. И ей наносят на руки узоры такие хены. So the henna leaves, the pattern she wants is a bright red. But the henna leaves are green. There's no red in the henna leaves. Но листья хны, они зеленые, в них нет красного. So then, her sakhi who's decorating her, she'll grind up the leaves and make powder. То есть ее косметолог начинает толочь эти листья в ступке и делает из них порошок. And the paste. Делает из них пасту потом. And then this paste will be applied with a. It's like. Смешивает и делает подобразный такой. When they're putting icing on a cake like that. Как такой конус, как вот когда тортики украшают там. Вот таким конусом начинает наносить вот эту пасту на руки, рису узорами. И делает красивые такие узоры, вырисовывают на руке. It's still not red. Но красный не красный. So then you have to leave it. Потом надо дать ей посидеть, питаться. You can leave for the 6 hours. Можно на 6 часов поставить ее в питание. 24 hours. На 24 часа. Then after some time you can wash off the paste. Потом можно смыть краску эту пасту. And then again wait. Снова подождать. And you will see it comes a beautiful lalima, beautiful red. Потом лимонным соком покапать и начинает проступать тогда уже красивый узор. So in the same way the lalima, that is the redness of the glories of Shrimati Radhika, is throughout the Shrimad Bhagavatam. И таким же образом вот эта красота славы Шримати Радхики, она вот узорами присутствует во всем Шримад Бхагаватам. But it's like henna. Только подобно мне. You cannot see it. Вы, посмотрев, не увидите сразу. So then, the Braj Rasik, Rupanuga Vaishnavas, they take the verses of Srimad Bhagavatam and then they make them into powder. That means they give explanation. Prati shloka, prati akra, nana artakoi. Of each verse, of each word, of each syllable, many meanings. Но затем братья Расик Вайшнавы они берут шлоки Шримад Бхагаватам и начинают их размельчать на подробные объяснения, на свои комментарии, извлекают из них все звани и поясняют все. Шримад Бхагаватам Асвадо Расикарисара. Богослови said, what does it mean to hear Шримад Бхагаватам? It means to relish the many meanings of each word in the association of Braj Rasik Vaishnava. Потому что в каждом слове, в каждой шлоке Шримад Бхагаватам, в каждом слове, и даже в каждом слоге, в каждой букве бесчисленное количество значений. И Рупа Госвами говорит, что значит слушать Шримад Бхагаватам? Это значит обсуждать все разнообразные значения каждого слова Бхагаватам в общении, в компании с Брайли Расика Вайшнава.
Вайшнавами. So their fine explanation is the paste. И вот их искусные такие пояснения — это паста. And by speaking, they apply this to the surface of your chitta. И своей харикатхой они наносят вот эту краску на поверхность вашей читты. Chitta which is purified by Saivavritti, mood of service to Vaishnavas. Chitta, которая уже начинает очищаться посредством настроения Saivavritti, желания служить Vaishnavam. Therefore, nashta preshu bhatreshu nityam bhagavata sevaya. One should daily hear Srimad Bhagavatam and serve the Bhagavat Vaishnava. Ежедневно нужно слушать Srimad Bhagavatam и служить Bhagavat Vaishnavam. Then, after some time, then that devotee will look inside their heart. Через некоторое время преданный заглянет в свое собственное сердце. And with eyes decorated with the kajal of Radha's kripa, Radharani's mercy, they will look and see, oh, all through Srimad Bhagavatam, her naam, roop, guna, and nikunja lila are described. И с глазами умощенными милостью Шримати Радхарани, такой преданный уже начнет видеть, как проступают эти узоры, как увидит, как повсюду в Шримад Бхагаватам описано имя Радхи, ее форма, ее качество, ее слава. So only those who are in Srotapanta, in the path of hearing, from in a Satsampradaya. Поэтому настолько важен Шротапанта, вот этот путь слушания в истинной сампрадайе. And even not in any Satsampradaya, because the glories of Radhika are beyond the anubhav, the realization of even the great saints in Sri Sampradaya, Madhva Sampradaya and others. Недостаточно быть в одной из четырех признанных авторитетных сампрадай, потому что слава Шри Матерани — это нечто запредельное даже для очень возвышенных ачарьев, представителей Шри Сампрадаи и Мадхва Сампрадаи. So, Sri Srotamra Goswami Pad said, Yaha Bhagavata Pada Vaishnavera Sthane Ekantara Swai Karo Chaitanya Chanane Chaitanya Bhakta Gana Nitya Karo Sangha Thavito Janibe Siddhanta Samudra Taranga. If you want to study Srimad Bhagavatam, then sit at the lotus feet of a pure Vaishnava in the line of Chaitanya Mahaprabhu and by heart take complete shelter of Sachinandan Govari. Сварупа Дамодар сказал, что если вы хотите понять, постичь Шримад Бхагаватам, сядьте у лотосных стоп чистого Вайшнава, слушайте из его уст Шримад Бхагаватам в традиции, в линии Шри Чайтанья Махапрабху, только тогда вы постигнете Шри Сачинандана Говари. So by daily association with the Gaura Priya Jana, the dear devotees of Chaitanya Mahaprabhu, with their blessings, we are able to dive into the waves of Siddhanta of Bhagavata. И только благодаря регулярному, ежедневному желательному общению с Гора Прияджан, то есть приближенными спутниками Шри Чайтанья Махапрабху, мы сможем задернуть в эти волны разных скрытых смыслов Шримад Бхагаватам. Really, it's like waves. Waves means that this Tara Bhagavatam is not fixed, it's moving. Потому что там все динамично в Шримад Бхагаватам, это не застывшее что-то. One Vaishnava will explain, oh, Subhari Rishi, he made an offense to Garuda, and this is why he became attached, and he left his sadhana in the Jamuna and married the daughters of Mandata Maharaj. Потому что один садху будет объяснять Лилу про Субари Риши, о том, что из-за того, что Субари Риши оскорбил чистого преданного Гаруду, из-за этого его баджан, его духовная практика пострадала, ему пришлось жениться там на 50 дочерях. Then you note it, a very good siddhanta. Вы запишите это в свой дневник и подумайте, очень хорошая сиддханта, важный урок. Don't commit any Vaishnava parad, even if you can meditate on the water for thousands of years, but you become attached. Потому что вы поймете, если такой мощный йог, который там тысячелетиями сидел под водой, медитировал, он лишился своей садханы из-за того, что он оскорбил Вайшнаву, запишите у себя в блокноте, не оскорбляйте Вайшнаву. Then another Vaishnava will come along and say, Subhari Rishi was immersed in Jamuna. Jamuna is a liquid form of Vishaka Sakhi. Но другой Вайшнав будет рассказывать эту же лилу и скажет, Субари Риши сидел долгое время в водах Ямуны, а Ямуна — это жидкая форма Вишаки Саки. He became so overwhelmed with praying. Он настолько преисполнился премой,
And but out of humility, he did not want to show, make a show of that opulence of praying to the world. So he hid it by going and marrying the daughters of Nanda Maharaj. Он на самом деле уже достиг высот премы, но он хотел из-за вайшнавской скромности скрыть эту сильную любовь от других, поэтому он притворился падшим, пошел и женился нарочно на этих дочерях этого царя. And then you'll shake your head. Wait a minute. Вы подумайте, так я. I thought this was the Siddhanta. Я уже слышал эту лилу. Все по-другому было. Сейчас что-то по-другому мне говорят. So Bhagavatam is living with the Bhagavat Vaishnavas. Вы понимаете, что Бхагаватам он живой, это сам Кришна, и он живет в сердце чистого вайшнава. Their perspectives, their realization is like ocean. Поэтому реализацию разных вайшнавов разные, это многогранные, поэтому они как волны в сердце вайшнава. Maha Anubhav, profound realization in from one history, one incident of Srimad Bhagavatam, they can explain many things, even if they're contradictory, doesn't it? Даже просто поэтому у разных ачарьев могут быть внешне противоречивые трактовки одной и той же лилы, потому что их анубавы могут быть разными. Кришна являет разные грани одной лилы, разные уроки. So, someone may be skeptical. Кто-то может скептически отнестись к этому. I read Srimad Bhagavatam, I could not find anything about it. И скажет, я перечитал весь Шримад Бхагаватам от корочки до корочки, никакого упоминания Радарани я там не нашел прямого. So we give one or two examples. Поэтому давайте услышим 1-2 примера. Or maybe 10. Ну, может, 10 примеров. Or 100. Или 100 примеров. We'll see how much time we have. В зависимости от того, сколько времени у нас есть, то арати уложим себе мать. Do you know that after Krishna appeared, Vasudeva Maharaj, thinking Krishna is my son, he thought I have responsibility to organize his samskaras, his purificatory rituals. После того, как Кришна родился, явился в этот мир, Васудев Махарадж, как он считал Кришну своим сыном, он чувствовал на себе, он чувствовал ответственность за то, чтобы провести должные самскары для ребенка, все ритуалы, которые проводятся в контексте ведической жизни. So, Vasudeva Maharaj sent his priest Gagacharya from Mathura to come to Gokul and do Krishna's namkaran samskar, name giving ceremony. Поэтому он думал, ребенка надо наречь именем. И Васудев Махарадж прислал своего личного жреца, астролога из Гагачарью, из Матуры в Гокул Бхагаван, чтобы тот провел этот ритуал для Кришны. So it was performed secretly in the Goshala of Nanda Maharaj. Но этот ритуал провели секретно в хлебу, в коровнике Нанды Махараджи. He didn't want to do it openly, because then some spies of Kamsa Maharaj may put two and two together and think, oh, this must be the son of Vasudeva. Потому что Гаргачари, все знали, что он личный астролог и жрец Васудева Махараджа. Если бы шпионы Камсы увидели, что он что-то проводит, какие-то ритуалы в Гокуле, они стали бы подозревать, что действительно восьмой ребенок Васудева и Деваки скрывается тут, в этой деревне. Поэтому ритуал проводили скрыто. So at that time, Jaya. Гагачарья said, Тасман нандат маджо ямте Нараяна самогуне Сриакитянубхавена гопаясва самахита. И Гагачарья произнес вот эти слова. Гагачарья said, therefore, this son of Нанда Махарадж, нандат маджо ямте. Он сказал, и посему этот сын Нанды Махараджа. It proves that Krishna is not actually the son of Vasudeva. И то есть это проман того, что доказательство, что Кришна не сын Васудева. Нараяна самогунай. Нараяна самогунай. He will have qualities just like a Нараяна. Он будет являть качества, подобные качествам, такие же качества, как у Нараяны. That means not exactly the same. То есть не такие же. Because Krishna has more qualities than Lord Narayana. Потому что Кришна на самом деле больше качеств, чем у Нараяны. Lord Narayana does not have a venu madhuri, the sweetness of his flute. Потому что у Нараяны нет сладости флейты. He does not have rupa madhuri. That is the sweetness of a human-like form. У него нет сладости человекоподобной формы. Наравад-лила. Наравад-лил. He does not have the lila madhuri. У него нет сладости его игр. Lord Narayana does not do rasa-lila. Господь Нараяна не являет раса-лилу.
Lord Narayan is never tied by his mother for being naughty. Его никогда не привязывает мама за его шаловливое поведение. So there's not one drop of the sweetness which is in Krishna in Lord Narayan. Поэтому в Господе Нараяне нет ни капли той сладости, которая присуща Кришне. And he does not have premadhuri. He is not surrounded by devotees who have such love as the Brajabasis. И также Нараяна обделен премамадури. У него нет таких любящих преданных, которые есть у Кришны во Вриндаване. Нараяна Сумогунай Шриа Кетяну Бхавейна. He will have your son, Нанда Махарадж, will have Sri opulence. И у твоего сына Нанда Махарадж будет изобилие. He will have Kirtya, Shri, fame, Kirtya, Slava. Anubhav, that means he will have Prabhav, the influence and power. Он будет очень влиятельным. So Gopayasva. Gopayasva. You have to take care of him. Ты должен заботиться о нем. Samahita in all ways. Samahita. Всячески должен заботиться о нем. So Garga Muni, he was speaking his way to Нанда Махарадж. Вот эти слова произнес Гарга Муни, обращаясь к Нанде Махараджу. But knowing that Shukadev Goswami later in his samadhi, he would also be there seeing the name giving ceremony, and he would tell the world. Он знал, что в будущем Шукадева Госвами увидит эту лилу в своем трансе и расскажет всему миру. He's saying, Sriya Kirtyanu Bhavina Gopayasya Samahita. Oh, you sadhakas! И он, обращаясь уже к будущим поколениям садаков, которые услышат это из уст Шукадева Госвами, говорит, о, вы садаки. О, along with Krishna. Одновременно вместе с Кришной. Shriya. Shriya. That means his own Lakshmi Radharani will appear. Его Лакшми, его Радарани явится тоже. How? Kirtya. Kirtya. Kirtya means through Kirti Damaya. От Кирти Дамаи родится. Radharani's mother is Kirtida. Mama Radharani зовут Kirtida. So Sriya Kirtyanu Bhavina, by the influence of Kirtida Maya, then Krishna's own Lakshmi Radharani will appear. То есть Kirtida явит Кришна, но Лакшми Радхарани. And all you sadhakas. А вы садаки все. Gopayasva, you have to do Paricharya Seva. That means Paricharya Seva means, are you cold? I give you blankets. А вы должны совершать. Give massage. Паричария Севу. Это личное служение такое, как телу. То есть паричария Севу, когда мы ухаживаем непосредственно за кем-то, если холодно, даем одеялко, там болит голова, массируем виски, там хочется кому-то пить, мы приносим воду. Вот такое. Паричария Севу. Давай я умощу твое лицо сандаловой пастой. Давай я повею. But not to Krishna alone. Но не Кришне лично. Here, Gopayasva Samahita means in all ways you should do Yugala Upasana. То есть тут указание идет, что нужно служить божественной чите, Радхе и Кришне, Югала Упасана совершать. Надармам, надармам, шутиганаты, руктам, килкру, браджей, Радха, Кришна, прачура, паричарьям, хиртам, о, my dear minds. Yuvadandam tattat paricharitam. You should serve the Yuvadvandha, the beautiful young couple. Yugala Upasana. Дорогой ум, ты должен служить, совершать Yugala Upasana, служить этой юной божественной чите. So, after describing the appearance of Radharani, описав the womb of Kirtida, описав вот это предсказание того, как Радхарани явится из лона Киртиды, then we see that Shukadeva Goswami describes other pastimes. Shukadeva Goswami описал другие лилы. Such as Sri Krishna dancing on the head of Kali. То ли когда Кришна танцевал на головах змея Кали. So when Krishna crushed the pride of Kali and he became a bit humble, then the wives, the Nagapatnis, were praying to Krishna. После того, как Кришна топтал головы Кали, тот немножко присмирел, то жены Кали стали молиться Кришне. Касьяна Бабуся на Дейва Видмани, Тавангри Йомус Парашадикара, Ядванчия Сри Лана Чаттапо, Вихайкама, Сучирам Дридабрата. This verse is well known. Все знают этот стих, это очень известный стих из Шримад Бхагаватам. And you all know the meaning of it. Молитва Нагападни. И все знают, большинство знает значение, смысл этого стиха. But Sri Chaitanya Mahaprabhu said, no, prati shloke prati akre nana artaka. Every shloke, every syllable of Shrimad Bhagavatam has many meanings. Но сам Чайтанья Махапрабху говорил, что в каждой шлоке Шримад Бхагаватам, даже не в шлоке, а в каждом слоге, кроется много значений.
So the general meaning is, oh, Sri Krishna. Общий перевод. We don't know what austerity is. This serpent, this angry serpent, has done in his previous life. That in this life he has the touch of your lotus foot dust. И жены змея говорят: Кришна, нам неведомо, что этот злобный змей совершал, какие благие поступки он совершал в прошлых воплощениях, чтобы заслужить вот этот шанс обрести пыль с твоих стоп себе на голову. Ядванчая свилалана чертапо. When Lakshmi Devi desired that foot dust, she did the tapa austerities, vihaya kama, and gave up all other desires. Suchidam dridabhata for a long time with a firm vow. Когда Лакшми Деви пожелала обрести пыль с твоих стоп, она оставила все ради того, чтобы преследовать эту цель, и преследовала ее в течение долгого времени. So the inner meaning is this. То есть смысл тут следующий. This is the time of Radha Krishna's Purvaraga Lila. Это время как раз Purvaraga Lila, ранней влюбленности Радхи Кришны. Radhika has fallen in love with Krishna, but there's a big problem. She's been married to Abhimanyu. Radhika влюбилась в Кришну, но это стало огромной проблемой для нее, потому что она уже замужем за другим. Она ее выдали замуж за Абхиманию. But Vihaya Kaman. Radhika has left all other desires. She wants nothing else but the foot dust of the son of Nanda Maharaj. Но Радика оставила все другие желания и хочет только одного, пыль со стоп сына Нанда Махараджа. So Sri Lana, Gopalalana. That Lalana, that cowherd girl. Вот эта пастушка. Who is so beautiful, Sri Lana. Которая красива, как Шри. Tapo Suchiram Dridabhata. She is going with all the paraphernalia to Surya Kund and doing vrats and austerities and worshipping Surya Dev, the sun god, to get the dust of the feet of Nanda Maharaj. Она все время ходит на Сурья Кунду и приносит нам параферналии, поклоняется Сурья Деву, вымаливая ее возможность обрести пыль со стоп сына Нанда Махараджа. So in Govinda Lilamrit, Krishna Bhavanamrit, how Radharani is worshipping Surya Dev is openly described there. But that Leela is serious about. То есть Говинда Лиламрити, Кришна Бхаванамрити, это открыто описано в Дяштакале Лилы, то, как Радика поклоняется Сурья Деву, но это все скрыто в Шримад Бхагаватам. When Krishna played his flute on the full moon night of the Dasharat season, and all Brajgopis came to meet him. Когда Кришна заиграл на флейте в полнолуние, в сезон Шарада осенью, все гопи сбежались тогда к нему. Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hari Griva. Why are you singing Mangalantan Hari Griva? А почему вы утром поете про Hari Griva Mangalarati? Are you doing the puja of Hari Griva? Может, вы преданные Hari Griva? I will check. I will come to your room and see if on your altar you have the vigra, the horse's head. Нам придется сделать обход всех комнат, проверить алтарики ваши, кто там стоит на алтаре. Может, у вас такая грива там? Do you have? С одетой головой. Do you have vigra with the head of horse? Может, вы такой мудрый поклоняетесь там хайгриве? The gopis, for a joke, they call Krishna Hayagriva because Hayagriva has preached the way the message of Dharma from the Vedas. То есть в шутку они лошадиной головой Кришну называют Хайагривой, потому что Хайагрива проповедовал Веды изо рта. So when Braj Gopis came there, then Krishna began to, like Hayagriva, speaking about Dharma. То есть он Хайагрива проповедовал Дарму Веды, и когда копи прибежали туда ночью в лес к нему на свидание, он стал там Веды рассказывать. Они его Хайагривой назвали. So, gopis cut all the arguments of Krishna. Они обрубили все его аргументы. So, one gopi said, Shriya padam mujo raja chakme tulasya ladvapi vakshati padam kila vritya jushta yasyasva vikshnam utanya surapriyasas tadvam vayamcha tavapara raja prapanya. Oh, Krishna, we did not come to you for our own
sense gratification. Как вы стали объяснять ему? Мы сюда не пришли ради собственного наслаждения, Кришна. We have come only to please you. Мы пришли сюда, чтобы угодить тебе. Is there any example? Есть ли примеры этому? Yes, just like Lakshmi Devi. Да, подобно тому, как Лакшми Деви делала. Латвапи бакшати падам кили брит джуштам. Lakshmi Devi has the unique authority and qualification to enjoy pastimes on the chest of Lord Narayana. Что Лакшми Деви занимает эксклюзивное положение на груди Господа Нараяны, и что она имеет право быть там. But out of the humility that comes from intense praying, she prefers to be at the lotus feet of Lord Narayana and serving his lotus. She wants his foot dust. Но ощущая удивительное смирение, которое является побочным действием сильнейшей любви, она добровольно сходит с его груди, чтобы служить рядом у его стоп. Even though there are many other servants there at the feet of Krishna, and she will have to share with so many other servants, like the Tulsi is there. На груди Господа ей не надо делиться служением ни с кем, потому что там она одна. Но когда она хочет служить у стоп, ей приходится делиться служением с другими севами. Например, Тулси там служит Господу. There is Boo, and there is not only Sri, but Boo and Lila also. Потому что там не только Шри, есть еще и Boo и Lila. Три шарки Господа. You can tell who is who by their yeah. By their support system. So, if you know about the Vedic iconography, the Indian persons know. Но такие ведическая иконография не разбирается, как распознать Бог, Шри и Лилу. So, she can exclusively be on his chest, but out of humility, prema vasheta, under the control of prema, she wants to get the dust of his feet, though she has to share with Tulsi and Neela and other servants. Лакшми может быть наедине с Господом, быть на его груди всегда, но все равно из-за чрезмерного смирения, от прилива любви, она спускается к его ногам, чтобы делиться там служением с другими его шакти. That means this is adult time, so children please keep under control. Не в гостях у сказки, поэтому это время взрослых сейчас. Внимательно слушать, деток мы, детский сад. Please take responsibility. This is Bhagavad Gita. То есть Bhagavad Gita это не что-то серьезное, не должно никому отвлекать. So that means that Lakshmi Devi, she does not want to enjoy Lord Narayana. She wants purely to serve him without any selfish motive. То есть вот Гопи сравнивает себя с этим примером Лакшми Деви, что у нее нет никакого эгоизма в ней, желания наслаждаться Господом, как-то удержать его для себя. Она хочет служить ему. Викшасва, ясясва викшина утанья сура приясас. Even though many other devotees like Brahma and Indra Chandra and others, they are worshipping Lakshmi Devi to get her glance. А другие деваты, Индра, Чандра, Сурья, они поклоняются Лакшми Деви, чтобы уловить ее милостивый взор. It means that many of the devotees are actually Sakam Bhaktas. They want some benediction from Lakshmi Devi. Большинство девот, многие они Сакам Бхакты, они хотят чего-то, каких-то благ получить от Лакшми. But though she can fulfill the desires of other great personalities, but she herself, she just wants to please her Lord. Она обладает огромным влиянием и могуществом, может исполнять желания великих девот, но сама она движена единственным желанием служить своему господину. Tadvan bayancha tava pada raja prapanna. So in the same way, we gopis have come to your lotus feet, Krishna, only for you. И гопи говорят, мы подобным же образом пришли тут служить тебе, Кришна. So this is the general meaning. Это общий смысл этого. Now another wave in the ocean. Сейчас появится другая волна в этом океане. Some maid servants, manjaris. Служанки, радики, манджари. Of Radhikara speaking. Они говорят. Sriyat padam bujaraja chakame tulasya bakshapi labhapi bakshis padam kilabritya jostam. Only Radharani has the adhikari, the qualification to be on the chest of Sri Krishna, my Swami. Очень гордо матери говорят, лишь только наша госпожа имеет право, наша Свами имеет право быть на груди Кришны.
And in this bath, they take Radhika through the forest on Abhisar to meet with Krishna. И вот испытывая вот это настроение, в таком таком настроении они ведут Радхику на Абхисар, на свидание с Кришной. Who is leading Radharani through the forest at night to meet with Krishna? Кто ведет Радхику через лес ночью на встречу с Кришной? Shri Yat Padambaja Raja Chakame Tulasi Manjari. Tulasi Manjari ведет Радхику. That means our Raghunath Das Goswami, in the form of Tulsi Manjari, is taking Radharani through the forest. So in духовной сварупе Tulsi Manjari, Tulsi Manjari ведет Радхику ночью через лес. We have to get to Krishna before any other gopis get there. То есть они знают, надо добраться до Кришны первыми, до того как другие гопи успеют туда прийти. Why labhapsi bhakshati padam kila prithya joshtam? Though many other gopis, they want to serve the lotus feet of Krishna, but only my Radhika should deserves to be there on the chest of Krishna. Потому что у Манджари такое настроение. Ну ладно, пусть эти другие гопи служат у его стоп, но надо уместить Радхику поскорее на его грудь возложить, потому что только она может. In this way, with Ekanishtha, one-pointed devotion to Radhika, and with a strong spirit of irsha, jealousy towards the other group of gopis, Tulsi Manjari is bringing Radhika's gopis. И вот Tulsi Manjari в таком настроении, полной преданности своей госпоже Радхике, и с чувством такой ирши, то есть враждебности к другим конкуренткам, соперницам, она ведет быстренько Радхику к Кришне. Яшьясва викшна утанья сура прияса. There are other persons, and they want to get the glance of Lakshmi. Но есть другие, которые жаждут обрести взгляд Лакшми. Such as whom? Кто это может быть? That means kada karisyasi ama kripa katachyotam. Other devotees. Все преданные жаждут обрести. Other sakis and manjaris, they want that radical glance with a merciful glance and give them a chance to serve. Все саки, манджари, все преданные жаждут эту крипа-кадакшу, шри мати Радхики, ее милостивый взор, чтобы она взором подозвала и позволила им служить себе. Сура means also devatas. Сура, слово означает деваты. Бхумадьянавани тасасиде висмитастарупадайасаладжа. In Yuga Gita, gopis are saying when Krishna plays his flute, then the wives of the demigoddesses, with their husbands, the demigods are flying in planes in the sky. Kama marga, and they get shot by the arrows of Cupid, and they offer their heart to Krishna. Samarpita chita kashmalabhyay, vismita nimbhyaha, and they're not even aware that the time on their skirt has come undone, their cloth is slipping down. В Югалгите гопи описывают, что когда девы слышат мелодию флейты Кришны, они хмелеют от чувства влечения к нему. Вот эти богини и полубоги, восседая на своих виманах, они просто отдают свою читу. So, Кришне, когда в сердце попадают стрелы Камадевы, они даже не замечают, что узелки на их одежде начинают развязываться, и одежда не спадает вниз. So, ясьясва викшна утанья сура априяса. Even the demigoddesses, they want to get the merciful glance of Radharani, so they can have a chance to serve Krishna. Сами богини, они жаждут поймать милостивый взор Радхарани, чтобы она дала им шанс служить Кришне. Яшьясва викшна. Even Krishna wants to get the merciful glance of my Radharani. Сам Кришна хочет увидеть милостивый взгляд моей Радхарани. Яся кадапи васананчала кела мукта дханьяти дханья павани критартамани. Yogendra Durbhamana Gati Madhusudanopi Tasyana Mostu Prishabhanu Bhuvo Disedi. Even if, when I am bringing Radharani on Abhisar through the forest, когда я веду Радхику через лес на свидание, before Radharani arrives there, еще до того, как Радхика прибудет туда на место встречи, if the breeze is blowing in the direction of Krishna, it may pick up the fragrance of Radharani's cloth and bring the fragrance of Radharani to Krishna before Radharani arrives. Еще до того, как Радхика успеет дойти до места встречи с Кришной, если ветерок дует в направлении от Радхи к Кришне, он подхватит аромат ее тела и донесет этот аромат до ноздрей Кришны еще до того, Then Krishna folds his hands and tells to the breeze, Danyati Danya Bhavane Krita. Oh, breeze, you have made my life successful. Как Кришна сложив
Молитвы на ладони, кланяется этому ветру, как ветер, ты мне так услужил сегодня, ты просто меня очистил. Will I now get the merciful glance of Radhika? Is she coming? А может мне сейчас посчастливится увидеть ее милостивый взор, она уже в пути сюда? So in this way, the very beautiful abhisar of Radharani with Tulsi Manjari and all their bhavs, the bhavs of Radhika, the bhavs of the Manjaris and the bhavs of Krishna have been described in Srimad Bhagavatam. When the Rasa Lila began, когда начался танец Раса Лила, then Shukadev Goswami sang, Gopyo Lavya Chutam Kantam, Sriya Ikanta Vallabham, Grihita Kantastat Durbhyam, Gayantastam Vijayare. When the gopis attained their dear Kanta, their intimate lover, Achyuta Krishna, когда наконец Шукадева Госвами описывает, что когда гопи обрели своего возлюбленного Ачюту, Сия Эканта Баллабам, who is the exclusive beloved of the goddess of fortune Lakshmi, который является эксклюзивным возлюбленным богиней удачи, then Грихита Кантас Таддво Вяс Гаянтас Там Виджарире, the gopis began to sing. See Krishna's glories. Has Krishna held them around the neck with his arms? И гопи прославляли Кришну, делали ему комплименты, когда Кришна держал их, обхватив выпрямленными руками за шею. So this is when the rasa dance, the full rasa dance was manifested. Chapter 33. Это 33 глава, то есть уже идет разгар этого танца Раса Лилы. But previously, see, Krishna had left the Rasa Lila with, and he was alone with Radhika. But до этого Кришна покинул все гопи на танцевальной площадке и уединился с Шримати Радхарани. So Shukadeva Goswami said, Gopyo labdhi achyutam kantam. Now the gopis attained their beloved Krishna, Sriya Ekanta Vallabham, who had Sri in his Radhika, who had enjoyed loving pastimes, Ekanta, in a solitary place with Radhika. То есть теперь вот этот стих в шлоку 33 главе трактуется, можно трактовать с ракурса, что это Шри, это есть Радхика, с которой Кришна уединился лишь исключительно с ней, оставив всех других. But then we heard yesterday, because we went to the place where it happened, where Sri Krishna disappeared from the Rasa Lila, from Radhika. Были на том месте, где Кришна оставил даже Радику и исчез. And Radhika cried, Ханата Рамана Преста. Кваси, кваси, Махабуджа. Кваси, кваси, Махабуджа. Даса стей Крипанайне. Саккей Дашия Санхидрим. Радика разрыдалась, живая Кришне. О, моя Рамана. О, Рама. Радика called out this name to Krishna in that place where Radharaman appeared. So that's why his name is Ramana, Radharaman, because Radhika gave him the name Raman in that place. Радика нарекла Кришну Рамана, и вот в этом самом месте и проявился и шил Радхараман. Поэтому его так и зовут, потому что сама Радика так назвала Кришну Раману. Where are you? Where are you? I'm dying. Где же ты? Я умираю без тебя. Krishna said, but if I come back now, it's too, you are so close to death, it could be too late to say it. Но какой смысл мне уже бежать обратно, если ты на грани смерти, пока я дойду, ты уже умрешь? No, you are Mahabhuj. That means you have powerful arms. Ради говорит, ничего страшного, ты же Mahabhuj, у тебя такие крепкие руки. And your arms will act like a Maha Aushadi. Like a powerful herbal medicine, and just touching me, I will be completely revived. Хватишь меня этими крепкими руками, и они будут как лучшее лекарство от смерти. Они тут же меня возродят и восстановят. So, but Krishna did not come back. Но Кришна не вернулся на ее зов. And when the gopis arrived and saw that Radhika had fainted there, когда все гопи подошли к этому месту и нашли там Радику, лежащую без сознания, though themselves they were feeling so much separation, несмотря на то, что все они были удручены чувствами разлуки, все были опечалены, in comparison to Shrimati Radhika, they saw that her separation is like a great inferno and mine is like the light of a globe. Когда они увидели состояние Радики, поняли, что по сравнению с размахом ее чувств разлуки, сила ее любви, их собственная любовь и
чувство разлуки, как подобный светлячку на фоне солнца. Actually, there's no usual jealousy in the heart of Braj Gopis. Обычно гопи не испытывают никакой ревности по отношению друг к другу. It's simply not there. Там нет враждебности и ревности. Even the samskar of it is not there. Даже самскар там нет, ирши. So when they're in all in separation from Sri Krishna, at that time they become friends. И когда вот they have sympathy for each other. Когда они в разлуке с Кришной, они сопереживают друг другу, они дружатся тут же, они заботятся друг о друге. But when Sri Krishna is present, но когда появляется Кришна, then Sringaras itself enters into the hearts, into their hearts in the form of jealousy, and they begin to compete with each other. Шрингараса вселяется в их сердца, сама Шрингараса, романтическая любовь, вселяется в их сердца, чтобы зарядить их ревностью, чтобы они стали конкурировать за Кришну тоже. So this irsha, this jealousy is actually a brain glass. Поэтому ревность, гопи, она трансцендентна, это проявление самой любви, премы. So all gopis, they felt so much sympathy for Radhika. И гопи сильно, они сочувствовали Радхике, они сопереживали. And they became filled with honor and respect for her. И все прониклись чувством уважения, величайшего уважения, почтения к ней. And when you give honor to a person who has bhakti, what happens? Their bhakti is transferred to you. That's why we do puja, guru puja, Vaishnava puja. Когда мы с уважением honoring those who have bhakti, then their bhakti comes to us. Когда мы выражаем почтение в адрес тех, кто имеет сердце бхакти, то мы это бхакти переходит в наши сердца. Поэтому мы почитаем чистых вайшнав, проводим гуру пуджу. So then, by the influence of Radhika's mercy, the level of the praying of all Braj Gopis went up. И после того, как гопи проявили почтение в адрес, тут же они прочувствовали ее силу, ее любви, и ее любовь возвысила уровень их любви. Then Sri Krishna reappeared and the Rasa Lila could take place. И их любовь стала сильнее и выше, и после этого уже Кришна вернулся к ним и возобновил танец Раса. So the Tatparya, that means the purport of this entire Katha, is the glory of Vrishabhanu. То есть Tatparya, то есть истинный смысл этой Катхи, это слава Вишни Матери Радхарани. Well, even